Минулого візиту до ресторану «Гламур» мою увагу привернув напій дитинства – лимонад. Вирішила я собі спробувати і мимохідь спланувати майбутню відпустку. Так би мовити, подумати про приємне. І, як бачите, моє вподобання розділяє щонайменше один чоловік на цьому майданчику. Андрій Кисіль, 47 років, депутат Сумської обласної ради. Кожен прожитий день він вважає часом роботи розуму і серця. Йому дано хвилюватися за інших, співчувати, допомагати. Не чекає успіхів, а творить їх сам. Андрій Юрійович, як смакує такий яскравий напій сьогодні? Вкус дитинства. Так, як от раніше робили. Зараз все натуральне, стало модно. Вот, так и вот это натуральная клубничка, минеральная вода, лимончик, все так, как и раньше, еще делали. Хотя, если помните, время было такое юпи, да? Помните, в пакетиках? Разводили цей напій якось там. Чистый вот этот развод был. Наверное, сегодня его только название можно и развод вот этот. Тоже под видом юпи нам что-то хотят предложить в таких пакетиках. И говорили, что, да, что это натуральное, что это вот оно полезное. Там и витаминчики це писали. Так і сьогодні в країні у нас. Ви сказали вже, що лимонад – це не напій дитинства, і в мене також виникають якісь от приємні спогади. Перше, що приходить на думку з тих часів? Щасливих часів дитинства. Дитинство, ну, видите, оно такое, не такое було, як зараз немножко. Все, оно було, так, все було дуже просто, дуже просто. Сьогодні діти немножко другие, воспитання другое, стиль совсем другой, время другое. А тогда все как голые боссы и все хорошо было. Рос в селе, и ну, поэтому вот и самое такое, это, конечно, больше всего воспоминаний каких. Это лето, вот, речка, озеро у нас. Ягоды. Ягоды, да. Тоже вот такой же лимонад бабушка делала. Вот, делали, помню, из бузины очень вкуснейший, просто сейчас этого нет. А вот клубничка, вот, агрус, все это мешали, зеленый, розовый цвет, да. Ну, в «Гламурі», певно, лимонад – це сезонний напій, проте дуже особливий. Полуниці збити з лимонним соком в блендері, воду з цукром довести до кипіння, додати м'яту, зняти з вогню і залишити до повного вистигання. В глечику змішати м'ятний сироп, протерті полуниці, лід та газовану або просто мінеральну охолоджену воду. Зазвичай всі звикли, що лимонад, він такий от різкий, да? І за смаком він саме такий, через те, що там є газировка. Так? І кажуть, що смакові вподобання зачасту відображають характер людини. От про вас важко сказати, що ви така, не складаєте враження різкої людини. Проте, коли от можете проявити характер, в яких ситуаціях? Наверное, тоже, вот, как и лимонад. С виду он, видите, такой ровный и мягкий. А когда начинаешь пить его, то чувствуешь, что там, ну, вот газировка вот эта вот, да, вот есть. Так и я. Это, ну, вот с виду кажется вот так. Що може змусити от проявити характер? А все, ну, ну я вот как депутат, не знаю, к радости, к сожалению. Сегодня депутат, слово нарицательное, оно стало, оно несет негативу. И вот уже просто как бы вот этот вот наш государственный цинизм, он надоел. Мы сегодня говорим о людях, да, что люди, это наше все, и тут же их так обкрадываем, их безбожно. Мы говорим о детях, что наше будущее. И никто сегодня не говорит о том, что ведь, смотрите, в основном молодежь-то выехала. Они едут сегодня искать лучшие доли. Куда? Они едут в Европу, которую мы сегодня сделали свободной, свободный выезд. Они едут туда работать. Не остаются здесь. А ведь выезжают самые лучшие умы. Самые лучшие. Вот то, что как раз это... То в такой ситуации не можно не проявить характер. Считаю, что каждый должен начать с себя. Хватит уже осуждать и искать виновных на стороне. Вот надо начать с малого. Каждый, кто, вот, кто что может. Да, мы говорим, там и та же брошенная окурок, бумажка, и так выше. Ваши девчата любят лимонад? Чи, можливо, якось по-іншому їх балуєте? По-разному буває, і лимонад любить, особливо от молодша Лізуня у нас, вона, от, вона любитель от таких сладких напитків, супруга, да, где-то і шампанського холодненького іноді, как бы. Дівчаток треба завжди балувати, а як? Это ж, ну, без цього не можна. Солодкий чи кисловатий, рожевий, зелений, жовтий. От лимонад можна вважати символом літа і
спрагу ним долали ще, мабуть, тисячу років тому. Але ж окрім такої спраги, да, людина завжди має якісь інші потреби. Як ви вважаєте, як, чим можна вгамувати духовну, душевну спрагу нашого українського суспільства? Як ви це робите? У мене все просто. Я чоловік православний, чоловік віруючий. І стараюсь дійсно по Божнім законам жити. Для мене, ну, знаете, это, ну, очень много, когда вот я говорю, да, что возлюби ближнего, не укради, не обмани. Это то, с чем сегодня человек должен жить. А как депутат, я думаю, ну, это должна быть вот самая вот та основная составляющая, которая должна быть в человеке. Вера – это вот тот фундамент, на котором человек строит свою жизнь. Если этого фундамента не будет у наших детей, у нас, ну, все это, знаете, все эти строения, это так, до первого дождя, и все будет разрушено. Духовно, душевно, до речи, про душу. На білбордах сумчани часто бачили напис «Андрій Кисіль, душа Сумщини». Чому душа, чому не серце? Що, да, що ви вкладували в цей меседж? Ну, это именно было тогда. Вот мой первый посыл, который, когда я обратился к сумчанам, давайте вместе, ведь надо все делать вместе, творить добро надо вместе, да? Это сегодня человек, это как в большом спорте, только командные дела показывают хороший результат. И мной было создано громадские объединения, душа Сумщины. Дела их очень различные. И я попытался все-таки озвучить, что, ребят, давайте вместе делать хорошие дела. Вот мы до сегодняшнего дня, это вот уже сколько, практически год, ездим в наш центр, который бездомный, знаете, на Тополянской. Там. Да, да, да. Я взял как вот на себя один день. К сожалению, я не могу полностью все это сделать. Я сказал, что я когда приехал, посмотрел, сколько их там. Там 50-70 человек собирается. Но на сегодняшний день город не выделяет ни одной копейки. На их кормление, на их лечение ни одной копейки. Город с нашим бюджетом. Я один день взял на себя и раз в день вожу им обеды. Угу. Стараюсь купить какие-то медсредства, там есть медработника. Да, вот они мне какой список составляют. Я хотел, чтобы все-таки кто-то еще присоединился. Да. Мы ездили на питомник, вот, и до сегодняшнего дня. Это не хочется, конечно, об этом так много говорить. Вот. Ну, это была инициатива. Это было озвучено, да, что, ребята, давайте, кто чем может. Я не знаю, возможно, кто-то и откликнулся только, ну, как бы сам без нас. Ну, вот пожелания были такие. И вот было создано громадское объединение «Душа Сумщина», которое вот занималось такими добрыми делами, и на сегодняшний день мы продолжаем этим заниматься. Ваші депутатські діяльності, пріоритет – це діти і люди старшого віку. Чому так? Ну, знаете, дети пока не могут еще о себе позаботиться, да, а старики уже не могут. У меня, слава Богу, живы родители, и папа, и мама, они оба пенсионеры. Ну, вот та жизнь, которая сегодня у них, это не жизнь. Это так, знаете, это просто существование. Мне не хотелось бы и самому так вот свои последние дни вот так вот. Я не хотел бы, чтобы дети наши, вот видите, сегодня на сегодняшний день сколько нуждающихся. Но это не должно быть только, как знаете, как в руках волонтеров. Когда мы собираем по копейке, отвозим для онкобольных. Вот. Другие какие-то моменты, да, вот я являюсь донором на сегодняшний день. Мы со старшим сыном раз в месяц ходим, сдаем кровь и передаем на онкобольным детям. Это должна быть государственная программа. Именно государство должно этим заботиться о таких. Смачний лимонад, до речі, полуничний, здається, да. Так? А говорять, що деякі його інгредієнти і приємні відчуття, які виникають після того, як вживаєш напої, викликають залежність. Ви себе називаєте українозалежним. Чим викликана така залежність? Тим, що тут весь час, чи чому так? Жінка там, де їй краще, да? А мужчина все-таки прив'язаний к родині.
вот моя родина здесь, я хочу быть здесь, я хочу, чтобы дети мои тоже были здесь, чтобы они искали где-то на стороне, там, в Польше, Европе, а именно вот, знаете, чтобы они гордились нашей страной, чтобы они ее любили, чтобы это во всем чувствовалось, в их делах, отношениях, в разговоре. Україна залежна, проте говорите російською мовою. Я розумію і вільно спілкуюся і так, і так. Но на сьогоднішній день, я вважаю, нельзя человеку, в тому числі, і нав'язувати язик. Він все-таки должен, знаєте, коли делается все із-под палки, це неправильно. У нього должен бути свій вибір. Вибір в тому числі і язика. От він пусть вважає, і це независимо, який буде, єврит, польський, да, как наши дети сегодня учат уже английский или наш родной украинский язык. От ми, журналісти, говоримо, що для журналістика це не професія, а стиль життя. Чи можете ви сказати, що депутатство для вас стало стилем життя? Якщо ні, то який стиль життя ви для себе обрали? Сегодня, вот я в начале разговора говорил, что это депутат, оно слово негативное стало. Mm-hmm. Вот в моем понимании, все-таки депутат – это человек, который чем-то жертвует. А у нас мы видим обратное, да? Сегодня идут в депутаты лоббировать какие-то свои личные вопросы. И видим, кто там находится, да? Это в основном олигархат. Вот. Или выдвигают кого-то, да. А депутат должен жертвовать. Эта жертва не только материальная, в том числе, да. Но это жертва, вот я вот как областной депутат, у меня очень много времени уходит на общение с кем-то. Да, я должен жертвовать своей семьей. Часом. Почему? Конечно. Вот. Это и субботние, и воскресные где-то, какие-то выходные дни. Да, я не могу. Ну а как? Если ты решил. Что такое депутат? Это тот человек-посредник между людьми и государством, чиновниками. У кожної людини в житті настає час великих сподівань. От наскільки ви амбітна людина, які очікування від цього літа у вас? Он сам год такой, именно от начала его. И я думаю, и вот уже оно плавно переходит, у нас такие, да, выборы президента. Вот. На сегодняшний день мы уже готовимся, в том числе и я готовлюсь идти немножко выше, чем областной депутат, конечно. И я надеюсь, что с новым президентом зайдет и новая команда в правительстве, в Верховный Совет, которые смогут действительно что-то изменить. Ведь, ну, все хотят этих изменений. Я собираюсь в парламент, да? Я собираюсь в большую политику. И я думаю, что вот с этим желанием многие пожелания других людей, они будут исполнены. Это дети, это пенсионеры, это врачи, это я сам по первому образованию, я педагог. Там хочется, ну не может так дальше продолжаться. Ну, очень многое хочется изменить. В дитячих казках добро завжди перемагає зло. Ви вірите в цей постулат? Я ж человек верующий, да, конечно, верю. Ну це ж казки. А я так живу, я вижу, что это подтверждается. Не делай человеку зла, и у тебя будет все хорошо. А сделай добро, и ты сам вот внутренне, когда ты делаешь кому-то добро, ведь да, вот мы всегда внутри как-то, вот ты чувствуешь какой-то совсем, да, вот такой подъем. Ну, мы вам дякуємо за розмову, а я хочу сказати нашим глядачам, що це була розмова «Мимохідь» зі смаком чудового лимонаду з депутатом Сумської обласної ради Андрієм Киселем. На сьогодні все, лишайтеся з ATV. Еда – это не только вкусно поесть, это искусство и магия любви, воплощенные в реальность, в те блюда, которые приносят удовольствие.